Видновский перинатальный центр на днях отметил первую годовщину работы учреждения в новом статусе. Главный результат труда коллектива – это тысячи благодарных семей. Счастливые глаза родителей и детей, которые без оперативной и профессиональной помощи могли бы не появиться на свет – самое яркое свидетельство того, что центр приносит пользу жителям всего района и Подмосковья. У Видновского перинатального центра первый юбилей. Клоуны, заводная музыка, танцы и солнечные улыбки гостей, в числе которых и те, кто появился здесь на свет. Вот так праздник. Это медицинское учреждение приступило к работе год назад и все это время успешно оказывает услуги по родовспоможению. Только за этот период родилось почти 5500 детей. Глава Ленинского района Сергей Кошман лично поздравил сотрудников центра, наградил их грамотами и подарками. Итоги работы очень хорошие. Каждый год в наших стенах появляется очень много наших видновских, ленинских ребятишек. И от этого, конечно, всем очень и очень радостно и приятно. Чем нас будет больше, тем нам будет лучше. Значит, будет шире инфраструктура жизни, в которой мы находимся. Значит, у нас будет больше возможностей. В перинатальном центре есть все возможности для выхаживания детей, которые рождаются преждевременно. Доктора, медицинские сестры, акушерки выполняют огромную работу. Это колоссальный труд, не только материальный, моральный, не только коллектива высокопрофессионального, но и родителей. Это большой-большой труд, и чтобы таких детей сделать достойными гражданами нашей страны, надо в них вкладывать очень много. Ради этого создаются такие центры. В числе выпускников центра маленькая Кристина. Они с мамой Ольгой специально приехали на праздник еще раз сказать всем врачам спасибо. Нас выписали, мы здесь вот 2 килограмма 860 грамм. Даже вот какие мы отсюда ушли, большие. Вот, но мы прошли здесь полное обследование. То есть здесь мы и что нам только здесь не делали. И сердце, и голову. То есть здесь настолько все вот как бы оборудование, настолько такие специалисты. Родители Маши и Саши очень счастливы. Ведь именно благодаря тому, что их близняшкам оказывали помощь в перинатальном центре, малютки смогли выжить. Хотим сказать огромное спасибо нашим докторам, главврачу Людмиле Викторовне, всем медицинским сестрам, которые нам помогли. И мы вот такие выросли. Нам 18 мая исполнился годик. И вот таких благодарных мамочек и папочек очень много. Ведь у них есть самое главное – здоровые дети. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.